Странный затвор. Почему такая форма у него? Здесь представлен специальный шаровый кран, который позволяет производить регулировку потока жидкости или газа за счет специальной формы канавки на шаре. Зачем это нужно? Для плавной прямолинейной характеристики регулирования процесса. По стоимости, наверное, сильно отличается от обычных, да? По стоимости он значительно дороже, но в некоторых случаях не обойтись без именно такой конструкции шарового крана. Плюс сверху установлен пневматический привод, позиционер. Позволяет управлять дистанционно всей арматурой, в том числе при расположении на улице где-то, при минусовых температурах. То есть он достаточно защищен от внешних погодных условий. Ну и все, наверное.